Рукоход, бум, Эльбрус, выжималка, кочки, горизонтальные бревна. Для кого-то это воспоминание после бурной пятницы, а на самом деле это испытания, которые ждут участников экстремального забега «Гонка молодых». В студии инициатор проекта, главный судья соревнований, член молодежного совета при главе города Ханты-Мансийска Александр Ушаков и начальник отдела по работе с молодежью городского молодежного центра Виктор Банк. Доброе утро. Доброе утро. Итак, ну пока мне... Вроде еще достаточно лет, чтобы поучаствовать в гонке молодых. Испытание века. Вот сначала вы пишете об этом мероприятии в социальных сетях. Почему такое смелое название? И точнее, смелое олицетворение того, что будет происходить. Событие века. Почему? У нас уже 2 года практически не проводилось мероприятий спортивных. И мы вот всем ресурсом и административным постарались, сделали, да, конечно, много препятствий перед тем, как участвовать, да, нужно, соответственно, пройти ПЦР-тестирование или иметь прививку, но все-таки гонка состоится, и мы рады увидеть всех участников на нашей территории. Ну и так, если в 2 словах о гонке, что это за гонка, что себя будет она включать? Это более 14 этапов. И 4,5 километра расстояния, да, нужно будет их командой либо лично пройти, преодолеть последний этап, самый сложный, так называемую рампу или Эльбрус, забраться и, соответственно, стать победителем, да? Естественно, да. Хорошо, вот что касается участников, как должна строиться их подготовка, или просто вот пришел человек, говорит, я хочу, у меня за мной еще человек 5, которые также хотят. Возьмите нас. И возьмут. Команда вообще должна состоять из 5 человек. Минимум 1 человек другого пола, да, 5 девочек, к примеру, 1 мальчик или наоборот. Конечно, здесь нужна большая физическая подготовка, но все-таки трасса проходима для любого уровня. Мы ждем и так продумали всю трассу, чтобы абсолютно любая категория граждан могла у нас поучаствовать. Ведь функция тебя как человека, ну, с большим организаторским, кстати, стажем, и это я далеко там не лукавлю, какова вот на этом мероприятии? Или мы увидим тебя в числе бегущих? Ну, здесь мы выполняем также подготовительную функцию. Во-первых, сама гонка состоится у нас 2 октября. Так, 2 октября. Да, мы очень ждем заявки на автоматизированной системе «Молодежь России». Если возникают какие-то трудности, мы готовы проконсультировать, объяснить. Все контакты у нас есть и в социальных сетях, и на сайте молодежного центра. Звоните, проконсультируем, как подать заявку, как зарегистрироваться в этой системе «Молодежь России». Ну и плюс мы отвечаем, грубо говоря, за информационное обеспечение. Мы отвечаем за обеспечение самой гонки, то есть чтобы у каждого участника там была вода, чтобы у каждого участника был свой номер присвоенный. Вот мы сейчас смотрим, это прошлый год? Позапрошлый, получается, да? Да. Ну вот, ведь все грязные, все мокрые, но зато какие счастливые люди. Ну вот, и мы как раз-таки тоже для создаем. Этого мы организуем ее. Опять же, это то соревнование, которое состоится вне зависимости от погоды. Или, допустим, плохие погодные условия скажутся только на плюс. Они будут еще нам играть, да, как раз-таки. Если есть какое-то вот ограничение по участникам? Ну, я имею в виду по количеству участников. Потому что, ну, чем ближе к дате, это народ Ханты-Мансийска, тем ближе все, тем больше все начинают суетиться. Да, действительно, количество мест у нас ограничено. У нас будет организовано 2 старта. Это массовых, с ограничением до 50 человек в одном забеге. И плюс у нас будут еще 2 дополнительных старта. Это индивидуальные зачеты среди мужчин и среди женщин. Ну и про погодные условия. Гонка у нас состоится при любой погоде. Но мы постараемся создать максимальное хорошее настроение. У нас будет интересный креативный ведущий. У нас будет хороший качественный звук. То есть мы постараемся создать именно такую атмосферу праздника. Отлично. Для участников. Но теперь остается только сказать, что, где, когда и куда нести заявки. Ну и пригласить, пожалуйста. Все камеры смотрят исключительно на вас. Мы принимаем заявки до 30 сентября в автоматизированной системе «Молодежь России». Заявки подаются через личный кабинет.
А сама гонка у нас состоится 2 октября и пройдет она на территории Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа по адресу Уральская, 11. Трасса ожидается около 5 километров, я правильно говорю? Да. Участников ждет 12 различных препятствий, правильно? И мы ждем провести активно выходные, провести активно день 2 октября вместе с нами. Если вы молоды, если вы любите гонки, то, конечно же, все на гонку молодых. 2 октября, друзья, подаем заявки и участвуем. Если я приведу себе форму, то я буду тоже там, но это не точно. Ждем команду от вас. Хорошо. Вам спасибо огромное, что пришли, что рассказали. Доброго утра. Желаем вам. С гостями прощаемся. С вами Жуемся 2,5 гоночных минут. Дождитесь.